Здравствуйте! Тема нашего видео – это индийский эликсир молодости. В Индии такой рецепт называют эликсиром бессмертия. Как приготовить эликсир молодости? В старые добрые времена монахи, алхимики, целители и врачеватели пытались изобрести рецепты бессмертия. Какие только вещества они не добавляли в свои снадобья, не боялись даже яд использовать. Но желаемого результата они так и не получили. Правда, до наших дней дошли рецепты, которые обладают омолаживающим эффектом. Пусть мы не доживем до 150 лет, зато старость свою встретим в прекрасном состоянии духа и тела. Чаще всего в рецептах долголетия и эликсирах молодости встречаются такие продукты, как чеснок с молоком. И это неудивительно, ведь еще Авиценна считал чеснок панацеей от всех болезней. Индийская легенда появления эликсира молодости на основе чеснока с молоком. Когда-то очень давно между демонами и богами разгорелась жестокая и кровавая битва. Каждый из них хотел получить право на обладание 9 сокровенностями. Одной из сокровенностей был чеснок. В этой чудовищной схватке был сильно ранен один из богов, и тогда индийские целители приготовили ему волшебный эликсир молодости, который состоял из чеснока и молока. Этот эликсир спас бога от смерти, и война была выиграна. Чеснок с молоком – рецепт эликсира молодости. В небольшую кастрюлю наливаем 1 стакан молока и ставим ее на огонь. Пока молоко закипает, возьмем 2 зубчика чеснока и очень мелко их измельчим. Как только молоко закипит, добавляем в него чеснок и снимаем с огня. И накрываем крышкой. Через 10 минут наш эликсир молодости готов. Эликсир из чеснока с молоком рекомендуется употреблять 1 раз в неделю по 1 стакану за раз.